Александр Лукашенко собрал совещание по работе экономики в нынешнем году. В центре внимания также проекты прогнозных документов. По мнению президента, уходящий 2020 стал одним из самых сложных за минувшее десятилетие. Хуже сработала промышленность, снизились инвестиции, на 15% просел экспорт. В то же время Александр Лукашенко обратил внимание, что ключевая задача достигнута – сохранена финансовая стабильность в банковской сфере на валютном рынке. Выплачивать ковидные надбавки белорусским врачам будут до окончания эпидемии. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. По его словам, этот вопрос приоритетный вместе с обеспечением медучреждений лекарствами и средствами индивидуальной защиты. СИЗа в стране хватает в полном объеме. Более того, сформирован их запас примерно на месяц, несмотря на достаточно интенсивную работу медиков. Предпраздничный мониторинг цен начало Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Особое внимание ассортименту и стоимости социально значимых товаров. Это молоко, мясо, крупы, масло и другие продукты, которые пользуются повышенным спросом накануне Рождества и Нового года. В поле зрения попадут все магазины страны. Если будут ценовые перекосы, МАРТ готов оперативно принимать меры. К первому прыжку с парашютом готовятся новобранцы-десантники. На тренировочных комплексах вчерашние призывники отрабатывают действия в различных погодных условиях и внештатных ситуациях. Занимаются солдатами только самые опытные офицеры, у которых за плечами сотни прыжков. В субботу в Бобруйске пройдет прямая телефонная линия. На вопросы жителей ответят в горисполкоме и администрациях районов. Курируемые вопросы – контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц, социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, государственная молодежная политика, СМИ. Телефоны для связи на ваших экранах.